друзья! Привет! Мы с Айханом 14 февраля вечером гуляем по Алании. Сегодня очень хорошая погода, несмотря на то, что днем было пасмурно. И сейчас мы с вами направляемся в сторону Красной башни. И далее пойдем на маяк, вот в ту сторону, и посмотрим на город с маяка. Аланию ночью со стороны маяка я вам еще не показывала, поэтому приглашаю вас вместе с нами. Сейчас мы идем в сторону Красной башни. Красная башня ночью очень красиво подсвечивается. И также у подножия Красной башни есть смотровая площадка, с которой ночью открывается просто потрясающий вид на судоверфь. Если вы не были в судоверфи аланийской, когда приезжаете в Аланию, если вы здесь живете, обязательно сходите, потому что там очень-очень красиво. Но сейчас я вам покажу, как же выглядит судоверфь ночью. Море немножко бушует, потому что сегодня была пасмурная погода, чуть-чуть накрапывал дождик, и море не очень спокойное. А судоверфь выглядит вот таким вот образом. Султана, который построил Аланийскую крепость и судоверфь, звали Алаэддин Кейкубад. И в одном из видео я вам говорила, что Алания являлась зимней столицей империи сельджуков, и султан Алаэддин Кейкубад был назван султаном пяти морей. Вот именно в этой судоверфи строились корабли, сельджукские корабли, и уходили в море. А с этой стороны открывается вид на Аланию, и вплоть до Махмутлары и далее мы можем видеть огни города. Салют! Скорее всего, салют в честь какого-нибудь празднования или, возможно, свадьбы. Ночью Алания особо красива, и особо красиво на набережной, когда огни вечернего города отражаются в море. Очень красиво. От Красной башни, спустившись вот по этой лесенке, вы можете дойти до маяка, пройти мимо вот этого кафе и дойти до лесенки, подняться по лесенке и дойти до самого маяка. И вот эта вот дорога ведет прям до самого маяка. Кажется, что она длинная, но на самом деле минут 10 и спокойным шагом вы дойдете до маяка. Друзья, мы уже дошли до маяка. Вот он, маяк, и наверху загорается, не знаю, видно вам или нет, красный огонек. И отсюда открывается очень классный вид на Аланию. Один из красивейших видов на всю Аланию открывается именно отсюда. Видна крепость, Красная башня и
море вот так вот блестит огнями вечернего города, и можно увидеть все побережье. Здесь очень красиво и ночью, ну и, конечно же, днем. Поэтому, когда бываете в Алании, обязательно приходите сюда вечером и днем. Потому что, как я уже сказала, это одно из самых красивых мест в Алании. Вот это вот место, конечно же, крепость. Ну и панорама, панорамная площадка. Вот видите, написано «I love Alania». Вот там вот находится очень красивый парк. И оттуда открываются тоже очень красивые виды, потрясающие виды на весь парк. Опять салют. Также, наверное, какое-то празднование или свадьба. И, друзья, не забывайте заходить на нашу группу в Фейсбуке. Ссылка в описании под видео. Айхан там делает прямые эфиры. Осло. Ранди Анита Сэм. Осло. Hello, hello, guys. Hello, Осло. Мы идем уже от маяка опять на набережную. И на обратном пути, я вам уже показывала чуть раньше, открывается очень красивый вид на крепость, на судоверф, на Красную башню. Ну и, конечно же, на противоположную сторону набережной. Обязательно приходите сюда и днем, и вечером, чтобы увидеть город в совершенно разных красках. Biraz rüzgar var. Hayır, güzel mi manzara? Süper. Renkler nasıl? Очень красивая, очень красивая панорама. Айхан, когда мама хочет, когда ты хочешь, чтобы мама приехала в Аланию, что ты ей говоришь? Быстро. Быстро едь сюда. Что? Быстро едь сюда, мам. Быстро едь сюда, мам? Да. Мам, быстро едь сюда. Иди сюда быстро. Быстро иди сюда. Да, в общем, мы возвращаемся уже обратно в центр города. Время близится к 9 вечера и стало вот так вот ветрено уже. Поэтому нужно надевать шапку и перчатки. Потому что, как я уже говорила, сегодня погода немного пасмурная. Все, мы уже на набережной и решили купить и покушать кукурузу. Вот такие здесь стоят рыбацкие лодочки. Вот эта вот лодка очень красивая. Уйгар. Очень красивая, прям такая аутентичная лодка. Покупаем с Айханом кукурузу. Вот такая вот кукуруза. Три с половиной лиры. Также здесь продаются каштаны. 100 грамм, 7 лир, а кукуруза 3,5 лиры. Обычно кукурузу едят зимой, но... Летом, но мы хотим зимой. Вышли на центральную улицу, на улицу Ататюрка. И сейчас уже идем по направлению к дому. Дорогие друзья, на сегодня мы с вами прощаемся. Надеюсь, вам понравилось это небольшое видео. Желаем всем всего хорошего. Приезжайте в Аланию в любое время года. Вам здесь очень понравится. Всем всего хорошего. Пока-пока.